В конце прошлой недели губернатор Магаданской области Сергей Носов провел заседание регионального правительства, в ходе которого было рассмотрено несколько важных тем. Первым вопросом был анализ обращений калмычан, которые поступили в Центр управления регионом, а также на прямую линию губернатора. С 10 июля по 5 августа специалисты ЦУР зафиксировали 562 сообщения на различных площадках. Из них более 90% уже были решены. В том числе 480 обращений были решены в течение первых суток. За отчетный период на платформу обратной связи «Госуслуги решаем вместе» поступило 900 обращений. Большая часть, 816 сообщений, касаются вакцинации от коронавирусной инфекции. Это были вопросы о записи на иммунизацию, а также о получении сертификата вакцинированного или переболевшего. Также на платформу обратной связи обращались с вопросами по теме ЖКХ, благоустройства и ремонта. 31-29 вопросов соответственно. Если говорить по качеству отработки и скорости обращений через платформу обратной связи, то в лидерах можно выделить Министерство здравоохранения, все-таки им поступило больше всего вопросов, Минтруд и ГЖИ. Что касается работы с открытыми источниками, это система инцидент-менеджмент, наши с вами социальные сети, то среди региональных органов исполнительной власти по объему и качеству ответов стали Министерство здравоохранения, Министерство природных ресурсов и экологии и Министерство строительства, ЖКХ и энергетики. Пятая часть всех обращений в соцсетях и мессенджерах касается вопросов в сфере ЖКХ. Всего 126 сообщений. Особенно часто калмычане жалуются на протечку крыши. По этой теме было зарегистрировано 19 обращений из Магадана, 2 из Тинькинского городского округа и по одному из Ольского и Среднеканского. Также поступают жалобы на отсутствие уборки в подъезде и о плохом качестве воды. Более того, за отчетный период зафиксировано 119 комментариев, связанных с благоустройством дворовых территорий и общественных мест. В сфере здравоохранения калмычан чаще всего волнуют вопросы, связанные с прохождением вакцинации и получением медотвода, записью к врачам. По словам руководителя ЦУР, более 97% вопросов уже решены. Однако губернатор региона так не считает. У нас что, значит, если бы так было на самом деле, у нас не то что жалоб, значит, устали бы, значит, складировать благодарность. А мы пишем, что у нас 97,5% значит, процентов решения. Ничего, я не верю в эти. И люди не верят. Но когда мы, значит, где-то там по неосторожности подобное заявляем, кроме негатива, и правильно, значит, в соцсетях, озлобление. А как, значит, назвать, значит, в соцсетях, к сожалению, это часто происходит, используют ту лексику, которую не преподают в учреждениях у Журухно. Потому что уже накипело. А мы говорим 97,5%. Затем глава региона Сергей Носов поручил проверить качество подготовки ответов на обращения граждан и проанализировать, насколько жители Магаданской области удовлетворены ответами, которые они получают.